Стратегию развития Новосибирска до 2030 года представили сегодня в Центральном районе. Документ обсуждают с горожанами, чтобы максимально учесть интересы всех жителей. В нем 10 пунктов, которые отражают все направления. Мне, как председателю ЮТОС, конечно, ближе всего это благоустройство дворовой территории. То, что мы продолжаем, и в этом году будем продолжать. Но безопасные дороги, это, знаете, наверное, касается каждой семьи. Мне больше всего, что импонирует, то, что это обсуждение проходит не за кулисье, да, не кулуарно, а это очень открыто, всегда приглашают общественность. Стратегия развития Новосибирска, выдвинутая мэром, получила хорошие отклики горожан. В ней нашли отражение все основные проблемы. Благоустройство дворов и парков, безопасные дороги – это лишь малая часть обширного списка. Руководители предприятий и научно-исследовательских институтов отмечают, что подобный документ, определяющий перспективы развития Новосибирска на 12 лет вперед, разработали впервые, и он очень нужен городу. Анатолий Евгеньевич заявил о том, что он пойдет на губернаторские выборы. Тут ему советы и пожелания давать не надо. Но лично я поддерживаю ваше решение, Анатолий Евгеньевич. А стратегию, я думаю, каждый новосибирец, как патриот города, необходимость, важность такой стратегии он поддержит. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.